находится Элафонисий пляж. Мы приехали, небо голубое, ни одного облачка, припарковались. Паркинги здесь несколько, 5 евро она здесь. Хорошо, что есть. И маркет, и водичку можно купить. Пойдем же посмотрим, что же тут за красота. Рекомендуется посетить обязательно этот пляж. Что сразу услышалось, так это звон цикад. В Волосе еще не было устойчивой жары, поэтому их там пока нет. Но с 20-го уже жарко, возможно, мы вернемся и будет то же самое. Крит, конечно, намного южнее, поэтому здесь уже совсем лето. 30-31 днем. И всю неделю, которую мы здесь будем, обещают такую погоду. Вечером не жарко, ветерок, 24. Такая красота открывается сверху. Дикие пляжи, песчаные. Так, я спряталась от солнца, вся накрытая. Надо, конечно, шляпу было брать, но у нас неудобно было в самолет это все тащить. Реально, реально солнце, жарко. Собирают улитки. На Крите едят улиток. Видите, там ловко. Вот. Я их не пробовала. И пробовать, конечно, не хочу. У нас тоже на островах такие живут. Ну, как-то в нашем регионе их не едят. Довольно-таки все о культуре. На душ, туалет. Все платно. Вот. Немножко есть и зонтики. Но уже, наверное, все забито. €20 стоит зонтик с шезлонгом. И вот оно в море. Мелкая водичка, оно красота прям. Мальдивы. Прозрачная, чистая, белый песок. Дальше можно пройти только по воде. Такая прозрачная вода, да? Вот такой вот пляж. Как красота. Но, к сожалению, здесь сплошное солнце. Спрятаться практически негде, если ты не успел заказать шезлонг. Все. Покупался и ушел. Конечно, здесь не просидишь целый день. Так что мы сейчас покупаемся, поснимаем и поедем дальше. Местечко, передвинула лежаки, отдыхаем здесь. Костас уже запустил дрон, конечно, а самое красивое это будет вид с дрона. В конце видео я выставлю. Пляж называется розовым песком, видите? Розовый песок на этом пляже. Где-то гуляет. По улицам Крита, по дорогам. Пляжа мы пришли на обед. В наш опять ресторан приехали, потому что уже жарище. Пообедаем. Кстати, нам комплимент дали от заведения. Ждем наши блюда. Экскурсион. Сегодняшний обед. Я заказала куриный шашлык. Тут все и лавашики на гриле, и салатик из адзики. Костаса фаршированная сыром бештеки и места. Заказали фету, защищенную с овощами. Ну и наш комплимент. И пивко. Абира Зеневари Дакома. Опять комплимент. И моя по инстаграму подруга сказала, что это не... Я думала вчера ципору, потом Костас сказал, что это раки. Ну, вообще это раки, но на Крите его называют этот напиток алкогольный тикудия. Такие у нас познания теперь. И мороженое.